Всем добрый вечер, дорогие друзья. Мы идем в садик. Ну, кто мы? Я, как всегда, одна иду в садик. Сегодня перебрала шкафчики у маленьких деток пока в комоде, потому что там все перекопали. Тайсон, у тебя, как всегда, глазки светятся. Да, Тайсон? Ух ты, мой светящийся огончик. Ладно, идем в садик. Что-то ветер прям поднялся, прям вообще ужас. Да, Тайсон? Хороший мальчик. Всем добрый вечер. Поздоровайтесь. Скажите привет. Марина, скажи привет. Да, мы едем домой. Ребята, многие меня спрашивали, дорого ли я покупала этот снегокат Ваня Сядь. Я покупала его с рук за 1000 рублей. Давным-давным-давно. По-моему, у меня Маша маленькая была. Я его покупала, и вот ездим. Он намного удобнее, чем санки. На санки я бы одного ребенка посадила, а тут я двоих сажу. Да, тяжело, конечно, вести, но ничего, терпимо. Вам нравится на снегокате кататься? Да. Им очень нравится на снегокате. Ну, мне тоже нравится, удобно. На одних санках сразу двоих везешь. Так что, надеюсь, ответила. Намного удобнее, чем на санках. Мы идем домой. У нас темень. Ох. Вообще на улице темно. Ужас. Вот здесь вот у нас лес. И всегда страшно идти мимо этого леса. Когда-то отсюда медведь уже выбегал. И поэтому страшно всегда идти. Но будем надеяться, что все всегда будет хорошо. Сейчас идем домой. Оставлю детишек. И хочу сходить в магазин. Купить какие-нибудь овощи и фрукты деткам. Вот такие вот дела. Ладно, едем, едем до дома. Многие удивляются, почему я всегда так запыхиваюсь, когда иду с ними. Ну, потому что я быстро иду. Да, Ваня? Ладно, едем домой. Всем добрый день, дорогие. Добрый вечер уже, дорогие друзья. Я пришла с садика, уже сходила в магазин. Сейчас многие скажут: Настя, ты же новая, у тебя денег нет. Мне пришли пособия. И я купила, сходила фрукты, овощи, так самое необходимое. И сегодня я купила, еще зашла, знаете, что для мышей, потому что мы уже не знаем, что делать. Вот такой вот клей для мышей. И вот такие вот две мышеловки маленькие взяли. Потому что они уже даже до документов добрались. Вот там, где не добраться было, да, они добрались. Дальше в целом, что купила? Взяла вот такие вот какие-то бисквиты. Сегодня стряпать уже сама не буду, а завтра постряпаем что-нибудь. Ну, вот сегодня вот такие вот бисквитики взяла детям с чаем попить. Дальше потом ихниный любимый маковый хлеб, 3 булочки взяла. Они его обожают просто. Он сладкий, с чаем вот так вот тоже где-то попить. Они даже без всего, вот просто с чаем его пьют, очень им нравится. Дальше купила вот такую вот колбаску, пермская свинокомплекс. Мясной продукт категории Б. Вот такая вот штучка вышла, что-то на почти на 300 рублей. Вот это вот вся колбаска. Дальше взяла деткам из фруктов апельсинки. Сейчас витамин С обязательно надо есть. Потом яблочек взяла. Также взяла помидорки, сейчас на ужин сделаем. Салатик и 2 огурчика. Но это еще не все покупки. Дальше у нас закончился чай обычный, и поэтому взяла вот такой Нури принцесса, он самый дешевый был, поэтому купила его. 1 литр молока детки с чаем будут пить. Дальше взяла печеньки деткам куравье еще такие. Многие сейчас скажут: да, опять Настя набрала всяких печенек и всякого такого. Ну, ребят, у меня детки, я всегда беру печеньки, у меня всегда в запасе было у детей печеньки. Дальше у нас закончилось сливочное масло. Вот такое вот я обычно беру, но его сейчас нету. Оно по 32 рубля. Последний кусок забрала. Прям выхватила последний кусок. Дальше купила колбаску. Ветчина мясная. Вот такую вот палочку. И купила соленую селедку. Нынче хочу купить вообще свежую селедку и сама посолить. Но вот сегодня взяла такую, чтобы поесть. Что-то так охота соленого. И не пишите, что я беременна. Я не беременна, ребята. Просто иногда вот бывает такое, что хочется чего-то солененького. Вот такие вот покупки у меня были. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии.
Сейчас мы отварим мелкую картошку и с селедкой поедим. Деткам сейчас помою фрукты и пусть кушают. Все на здоровье. Всем хорошего дня. Пока мою помидоры в теплой воде с огурцами, сейчас буду салат делать. И хотела ответить вот еще на какой вопрос. Мне написали тут, а Настя, почему ты деткам не почистила рыбку на волокна? Ну, не разобрала. Ребят, обязательно я маленьким разбираю. У меня старшие только едят так. А маленьким я обязательно даю только мякоть, без косточек, без всего, без этого. Это я просто вам показала то, что вот я нарезала все это. Ну, вот так вот. У нас, кстати, у Оксаны заканчивается карантин. Они с понедельника идут в школу. Оксана сегодня так обрадовалась. Ура, ура, говорит, я в школу пойду. Рада. Ребенок рад, что идет в школу. Ей скучно, потому что дома мою огурцы также. Сейчас сделаю салатик. Детки поедят. Детки уже яблочки я им помыла, они едят. Еще вот апельсины надо помыть, чтобы тоже мытые лежали. А то они схватят. Так, и сразу апельсины. Я в тазике просто направляю теплую воду и в теплой воде их мою все. Многие удивлялись, что я на видео это не показываю. Но знаете, не всегда, да, я показываю. Вообще, по идее, никогда я этого не показываю, но на самом деле это делаю. Потому что в магазине там все равно все трогают. И неизвестно, где они лежали и как они лежали. Поэтому обязательно моем. Обязательно все это делается. Так что можете не переживать. Так, а вон тарелка есть для фруктов. Многие уже спрашивают, Настя, что ты планируешь на Новый год готовить? Еще, ребята, не знаю. Вообще не знаю. И многие также, вот, ну не многие, там, может, человек 5-6, спрашивал нынче мне, поеду ли я в Соликамск в этом месяце опять. Не знаю, ребята, пока по деньгам вообще ничего нет, мне надо долги нынче отдавать, поэтому не знаю, поеду ли я или нет. Как вы понимаете, мы сейчас живем на одну мою зарплату, потому что у мужа нету работы. Поэтому я не знаю, поеду ли я, не поеду. По идее, хотела бы съездить, купить линолеум. Но не знаю, вот после того, как я долги раздам, посмотрим, если деньги останутся на линолеум тогда. Ну, видите, знакомая у меня поедет. Она поедет раньше, чем придет зарплата. Поэтому еще пока точно не знаю, кто там пришел. Катя. Катюша пришла. Катюша, ну что у вас там было, расскажешь? Да. Праздник был или что? Да. Катя в город ездила, у них в школе праздник был. Вкусное, Оксана, яблоко? Сладкое? Лапуськи отдай. Ладно, дорогие друзья, я сейчас буду шинковать салат, а вы оставайтесь с нами. Ребята, мы уже поужинали, салатик с рожками, кто захотел рыбку поел, кто захотел колбаски поел, кто что, чай с кексиками попили, ну с пирожными, которые я купила. И сейчас сидела, монтировала, хотела выложить влог с переборкой шкафа, ну комода детского. И получилось там, вот я ставила штатив так, что
напротив окна и вообще ничего не видно. Отложила пока это видео, другое смонтировала, выпустила с фотографиями. И понимаю, что надо доснимать что-то для того влога. Ну вот, завтра, наверное, доснимаю еще разбор вот этого шкафа. И тогда уже выложу все вместе комод. И этот шкаф будет вам, мне кажется, интересен должно быть. И многие попросили показать, как у меня кофейная вышивка, на какой стадии. Ну вот смотрите, ребята. Бэк почти везде вышит, но еще не везде. Я еще ее не стирала. Надо будет стирать бэк. Еще немножко осталось. Вот букву у меня уже вышит бэк. Сейчас даже посмотрим, что у меня там по схеме. Так. Ну, а чайничек у меня вышит. Мне осталось от бэк сделать на кружечке. Так, листочки у меня вышиты, да, только на кружечке, получается, осталось, и все. Вот эту вот кружечку про бэка я сегодня. Бэк, это надо вот контур, вот видите? Вот здесь на листочках есть зеленые такие, видите, полоски. Это бэкстич, это как окантовочка. И вот такие вот буковки вышивать, вот белым здесь, видите, прошито, тут иголочка торчит. Это и называется бэк. Потому что меня потом спросили, что такое бэк. Ну, кто не вышивает, тот, конечно, не поймет. Но это вот бэкстич называется. А так вот почти. И следующую я хотела вот эту вот начать. Которую мне прислала моя подписчица. Я уже нашла канвушку для нее. И будем вышивать. Потому что мне прям хочется ее вышивать. Ведь не хочу никакие другие. Я хочу ее начать, ребята. Я так хотела розы какие-то вот такие вот. Очень благодарна, и поэтому я начну ее сразу же вышивать. Меня попросили вот старую канву ее не стирать. Меня попросила одна девочка, чтобы я отдала ей эту канву с нанесенным рисунком, после того, как я себе по схеме отошью эту вышивку. Отдам ее одной девочке. Она будет ее вышивать. Я надеюсь, на меня не обидится подписчица. Ну, я буду вот вышивать. Так что вот сегодня я сделаю окантовочку кружечки. И потом постираю. И будем вместе с вами потом уже оформлять ее. Ну, вот в целом, вот так. Попросили меня, я показала. У меня сейчас Егор занимается тем, что ходит, набирает воду. У нас где-то какая-то авария случилась у водоканала. И 2 дня не будет воды. Просто не будет воды, поэтому мы сегодня набираем везде, куда только возможно, воду. А, да, меня спрашивали, что это за набор. Это Joy Sunday, китайский набор кофейный. Так что как-то вот так вот у нас обстоят дела. Также хочу завтра поставить тесто. Булочки постряпать, сердечки с сахаром дети попросили постряпать. Будем завтра с вами стряпать. Ну вот, доснимаю также шкаф, как разбираю. Многие ждут уже разбор шкафа. Когда Настя будет разбор шкафа? Ребята, будет. И по поводу интернета. Как вы заметили, у меня стало плохо видео выходить, потому что у меня не грузит интернет. У нас интернет от Ростелекома. Вообще у нас он тут плохой, очень плохой. Я сегодня узнавала насчет интернета. У нас тут стали вести линию от Импульс. И узнавала насчет вот этого интернета. Многие, очень многие хвалят этот интернет. И я нашла, ну, через знакомых нашла номер телефона офиса. И позвонила туда. Сказали, подключение интернета идет 3500. Я, конечно, была в шоке. Но из-за того, что у меня вот этот Ростелекомовский плохо интернет идет, я все-таки думаю, если вот нынче я раздам долги, куплю продукты, если у меня деньги останутся, я хочу подключить вот этот вот интернет. Потому что вот так вот, как я сейчас маюсь, я сутками загружаю одно видео.
Раньше я могла по 2, по 3 загрузить. Сейчас это вообще какой-то ужас стал. Интернет, и куда бы я ни звонила, они мне ничего путем сделать не могут. Поэтому, Оксана, тихо. Поэтому я буду, наверное, подключать еще тот. Да, дорого. Я знаю, что сейчас многие скажут, что дорого. Но это надо мне для работы, чтобы я могла загружать видео. Иначе вообще не знаю. Вот как-то вот так вот. Напишите, кто вообще как думает. Поэтому вот так. Ладно, ребята, вот такое была болтовня немножко. Да, напишите, в какой день сделать трансляцию. Я хочу попробовать опять сделать трансляцию. Не знаю, потянет, не потянет у нас этот интернет. Но многие просят сделать. Когда же, Настя, ты сделаешь трансляцию и поотвечаешь на наши вопросы. Ребята, не знаю, вот как. В выходные дни, видите, детей дома много. Поэтому шумно. Многим это не нравится. Многим это нравится. Но вот напишите, в какой день лучше сделать. В выходной или в будни. Просто. А там потом я уже решу, как мы сделаем с вами. На этом я попрощаюсь. Всем скажу спасибо за ваше внимание. И всем до скорой встречи. И новое видео уже загружается. Всем пока-пока.